Урок 48. Lesson 48. Паника в последнюю минуту. Last minute panic. I do hope we haven't forgotten anything. Я очень надеюсь, что мы ничего не забыли. Oh, I'm sure we haven't. Oh, я уверен, что нет. Your mom has thought of everything. Твоя мама обо всем подумала. I've just got the feeling we've forgotten something vital. У меня просто такое чувство, что мы забыли что-то жизненно важное. Well, let's think about it. Что ж, давай подумаем об этом. Have you connected the caterers about the wedding cake? Ты звонила поставщику провизии по поводу свадебного торта? Yes, mom did that. We've organized the course, the photographer. Да, мама звонила. Мы организовали машины, фотографа. The organist, the flowers, my dress. Органисты, цветы, мое платье. The reception, the rings, presents for the bridesmaids. Прием гостей, кольца, подарки для подружек невесты. I suppose it's just last minute panic. Я полагаю, это просто паника в последнюю минуту. Yes, I don't think your mom would forget anything. Да, я не думаю, что твоя мама что-нибудь забыла бы. By the way, Lucy, have you got something old, something new, something borrowed, and something blue? О, кстати, Люси, у тебя есть что-нибудь старое, что-нибудь новое, что-нибудь позаимствованное и что-нибудь голубое? No, I haven't. Нет, у меня нет. I didn't think you'd bother with the old tradition like that, Richard. Я не думала, что тебя беспокоят такие старые традиции, Ричард. Oh, it's not me, it's my mother. О, это не я, это моя мама. She's got an old blue brooch. У нее есть старая синяя брошь. She said, you can borrow it, if you like. Она сказала, что ты можешь одолжить ее, если хочешь. That's really nice of her. I'd love to borrow it. Это очень мило с ее стороны. Я хотела бы одолжить ее. Новые слова. Forgotten – причастие прошедшего времени от forget – забывать. Vital – жизненно важный. Contacted – это прошедшее время от contact – контактировать. Photographer – фотограф. Organist – органист. Rings – это множественное число от ring – кольцо. Bridesmaid – подружка невесты. Panic – паника. Borrowed – это как прилагательное «заимствованный», а также причастие прошедшего времени от глагола borrow – занимать, брать на время. Bother – беспокойство. Tradition – традиция. Brooch – брошь. Словарный запас. Earrings – серьги. Diamond – бриллиант. Jewel – ювелирное изделие. Necklace – ожерелье. Произношение. Have и has в этом диалоге появляются в их безударных формах. В начале фразы H произносится даже в безударных формах. Have и has. В других же случаях слабые формы – это have и has. Но в отрицательных формах, где have в роли вспомогательного глагола – он всегда произносится нормально. Haven't и hasn't. Поговорка. Marry in haste, repent at leisure. Женишься в спешке, будешь каяться потом на досуге. Теория. Усилительные формы. I do hope we haven't forgotten anything. Чтобы выделить глагол hope, Люси использует здесь эмфатическую, то есть усилительную форму, выраженную вспомогательным глаголом do, так как глагол стоит в настоящем времени.
Смотрите урок 36, пункт 2. Forgotten – это причастие прошедшего времени от глагола forget – забывать. Неопределенные местоимения. We have not forgotten anything. Anything используется для перевода нашего «ничего» в отрицательном предложении. We have not forgotten anything. Мы ничего не забыли. Вспомогательный глагол will. I don't think your mom would forget. Will имеет и другое значение. Он иногда характеризует предмет. В этом предложении он в прошедшем времени would. Ричард выражает здесь свою убежденность. Зная, мол, характер Люсиной мамы, было бы невероятно, если бы она чего-либо забыла, так как на нее это совсем не похоже. Подведем итог значения глагола will на данный момент. Значение будущего времени. They'll come tomorrow. Они придут завтра. Значение будущего плюс желание подлежащего. What will you have to drink? Что вы хотите выпить? И значение, характеризующее подлежащее. He will eat too much. Это на него похоже, столько есть. Простое прошедшее время. I didn't think you'd bother with. Здесь прошедшие формы didn't и would в сокращенной форме d используются не для указания на прошедшее время. Здесь они указывают как бы на настоящее. Речь идет о том, чтобы выразить менее резко свое мнение или просьбу. Например, I thought you agreed with me. Я подумала, что ты согласен со мной. Речь идет о разговоре, который идет в настоящий момент. I didn't think you would agree with me. Не думала, что ты согласишься со мной. Практика. Переведите. Would you like to borrow her old brooch? Не хотите ли одолжить ее старую брошь? Have they forgotten something? Они что-то забыли? By the way, don't forget the rings. Кстати, не забудь кольца. Has she got something new to wear? У нее есть что-нибудь новое, чтобы надеть? I do hope she won't forget anything. Я очень надеюсь, что она ничего не забудет. Обращаясь к тексту урока, ответьте на вопросы. Why is Lucy worried? Почему Люси волнуется? She thinks they've forgotten something. Она думает, что они что-то забыли. Who contacted the caterers? Кто связался с поставщиками провизии? Lucy's mother did. Мама Люси сделала это. Who organized the cars and the flowers? Кто организовал машины и цветы? Lucy and Richard did. Это сделали Люси и Ричард. Who wants Lucy to follow the old tradition? Кто хочет, чтобы Люси следовала старой традиции? Richard's mother does. Так хочет мать Ричарда. What does Richard's mother say Lucy can borrow? Что, по словам матери Ричарда, Люси может одолжить? An old blue brooch. Старинную голубую брошь. Или старинную синюю брошь. Поставьте предложение в отрицательной форме. You thought I'd be late. You didn't think I'd be late. Ты же не думал, что я опоздаю.
Anne and Bob went to Italy last year. Anne and Bob didn't go to Italy last year. Anne and Bob не ездили в Италию в прошлом году. Jesse bought Brian a teddy bear. Jesse didn't buy Brian a teddy bear. Jesse не покупала Брайану плюшевого мишку. They found a nice house. They didn't find a nice house. Они не нашли хороший дом. He met his friend on the train. He didn't meet his friend on the train. Он не встретил своего друга в поезде. Одно и то же слово подходит ко всем фразам. Какое? Переведите. They arrived at 5:45. Они прибыли без четверти шесть. Helen's going to town. Helen собирается в город. Please give it to her. Пожалуйста, дай ей это. Will he be able to stop? Сможет ли он остановиться? I'm looking forward to summer. Я с нетерпением жду лета. Подчеркните слабоударные формы. Have you ever seen such a mess? Вы когда-нибудь видели такой беспорядок? My parents have been there before. Мои родители были там раньше. Helen has just left. Элен только что ушла. I know she has. Я знаю, что у нее есть. He hasn't got a dog. Yes, he has. У него нет собаки. Да, у него есть.